октябрь месяц, конец октября. Вот, тестирую, охочусь даже, можно сказать, в перчатке. Специальная перчатка для охоты на водоплавающую с использованием манка. То есть она идет только на одну руку. В ней лежит ружье, я и держу ружье. Вот. И, соответственно, когда стреляю, у меня правая рука свободна. Если вдруг мне холодно, я руку прячу. Ну, сейчас посмотрим, насколько это удобно и практично. Вполне удобно в перчатке стрелять. Три выстрела, две утки. Это перчатка ситка. Значит, для чего нужна эта перчатка? Она продается в одном экземпляре, нету второй пары у нее. Есть левая и правая. Соответственно, правая это для левши, левая для правшей. Значит, перчатка достаточно теплая для охоты в суровое время года, в холода, в осадке, в снег, в дождь, без разницы, в сильный ветер. Значит, идея этой перчатки такова, то, что вы пользуетесь ей только на левую руку, ну, соответственно, я правша. Правая рука у меня свободна. Из названия можно понять colors, то есть звонок, манок, то есть перчатка для охотников с духовым манком. Соответственно, правая рука у меня свободна, я могу манить. И при налете, отпустив манок, уже можно уверенно снимать ружье с предохранителя и, соответственно, стрелять. А левая рука у вас все время находится в тепле. К примеру, сейчас покажу. То есть, либо ружье у вас висит на плече, вы охотитесь, маните, налет идет, снимаете ружье, берете за цевьё и, соответственно, производите выстрел. Значит, ладошка перчатки, она выполнена полностью из прорезиненной ткани, что уверенно держит, собственно, цевьё. Не проскользнет у вас, если рука будет мокрая или подмерзшая, скажем, ну, осадками, подмерзшие, заморозками. Значит, материал перчатки снаружи это Гортекс, соответственно, перчатка не промокает, а внутри утеплитель Прималофт. Вот. Значит, внутри, как же быть, что же делать с правой рукой, если холодно? То есть вы можете спрятать правую руку в муфту. То есть есть у перчатки муфта с этой стороны. Вот она. Здесь резиночка находится. То есть, в принципе, она закрыта. Внутри очень теплый флис, такой пушистый, приятный на ощупь. И эта часть еще утеплена прималовкой. Соответственно, правая рука у вас находится в муфте. Вы таким образом держите оружие. Соответственно, идет налет уток или гусей. Достаете руку, маните. Поманили, если налет, ну, идет в вашу сторону, соответственно, производите выстрел. Вот, если налета нет, опять руку прячете в теплый кармашек, скажем, муфту. Значит, у перчатки также в этой части есть утяжка. То есть, одевая, сейчас я вам покажу, одеваем ее на руку. Одеваем на руку. И вот за этот язычок утягиваем полностью. То есть сюда осадки уже не попадут, ветер не задует. Соответственно, ну, в таком положении она у вас находится. Чтобы ее расстегнуть, здесь есть кнопочка, она здесь подмечена. Нажимаете, все, перчатку можно снять. Очень удобно ходить на лодке под румпелем. Если вы идете на румпеле, на моторе, эта рука у вас держит румпель. Правая рука у вас находится, соответственно, в кармане, то есть в теплом утепленном кармане. В принципе, одной перчаткой можно обойтись вот в холодное время года, если вы где-то не двигаетесь. Конечно, идти по болотистой местности и держать так руки лучше не стоит, но в любом случае очень удобно использовать ее. Вот сегодняшняя утрянка, я охотился и стрелял, если получилось заснять и перчатка попала в кадр, я немножко вставлю после обзора этих роликов. Ну, результат у нас вот, собственно, лежит. Вы можете его обозреть. Стрековые, селезни, утки,
добыты нами сегодня на рассвете в этом прекрасном месте. Вот такая вот мелочь, как бы, а все же приятно, когда охотники делают для охотников, и именно для охотников на водоплавающих. Вот. Можно также найти этой перчатки применение для охоты не только на водоплавающую. Единственное, что в цвете, в другом ее не делают, но, допустим, где-то на загонной охоте вы ее можете также спокойно использовать, несмотря на то, что она будет, ну, в цвете Optifade Waterfall. Вот. Зимой также на охоте по зайцу вы можете спокойно тропить зайца, положив ружье на предплечье, ставив руку сюда и идти смотреть. При этом вы всегда быстро сможете среагировать и произвести выстрел. Вот такая вот мелочь, а? Приятно. Надеюсь, мой обзор был для вас полезен. И если вы надумаете, то вы приобретете себе такую же вещь и будете пользоваться и получать от этого удовольствие. Всем пока!